Вот. И если мы с утра не активировали наши подошвы, наши ноги на лайте, не на гвоздях, то есть это не говорит о том, что вы встали сразу же с утра и на гвозди нырнули. Нет, ребят, мы должны активировать стопни в том режиме, в котором вам будет по кайфу. То есть этот кайф нужно слегка-слегка усилить. То есть если вам комфортно ходить, то значит быстро, либо с разной интенсивностью ходьба обязательно. Если вы привыкли бегать, то значит точно так же с разной интенсивностью бег. То есть то, что вас выведет за пределы привычного. То есть когда мы активируем ноги с утра, то у нас активируется весь корсет. Поэтому если мы с утра покушали плюшек, зарядились какими-то положительными медитациями и пошли, то в нашем организме, по большому счету, особо ничего не произойдет. Мы можем усраться, но этого не будет. И мы как раз, я как раз попробую на этом марафоне все вот это вот хотя бы базу вам сделать, потому что то, что сейчас я, то, во что сейчас меня погружают, в какие знания, я прекрасно понимаю, что через какое-то время я с огромным удовольствием сделаю следующий марафон, тоже вот такой, и он будет более глубокий. Кто захочет пойти, прям разбираться в себе, не только в себе уже разобраться, чтобы уже, наверное, это будет больше такие знания, и больше уже будет, чтобы ты мог не только себе облегчить какой-то путь познания себя, чтобы тело не оттягивало, но и по своим окружающим, помочь своим окружающим. Ну, конечно же, не против их воли. Вот, поэтому, конечно, обязательно утром. Это да.